Ростовская областная общественная организация «Ростов без наркотиков». Мы работаем в областной Владимире Якурия на Ростовской области. Также у нас есть ассоциация православных реабилитационных центров. Вот, в Ростовском крае, Краснодарской области, на камень года. Вот, мы занимаемся реабилитацией наркоманов, алкоголиков, игроманов, людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Вот. Мы занимаемся профилактикой в школах, проводим акции, спортивные мероприятия, кормим бездомных во время холодное время года. Вот. Проводим спортивные мероприятия во дворах, что у нас забыто. Мы играли между другом в футбол. Вот. И сами мы не постесняемся, мы все прошли проблему наркомании, алкоголизма. У меня уже, как называют, ремиссия 10 лет. Вот, я учился в институте на психолога. И мы ведем эту работу. Она начиналась у нас с одного реабилитационного центра в Ставропольском крае, станица Тимолеска, при губернаторе Гаевском, который выделил нам бюджет. Вот, и небольшой, который нас поддерживает. Ростовская область сейчас еще тяжеловато, но мы идем к этому. Там утилим, как города Батайска, на видеоземлю, сейчас мы ее строим. Есть информация небольшая, я вам, если можно, передам. И на сайт на наш можете зайти. Вот. Хотелось бы вас спросить, какой вопрос задать. Скажите, пожалуйста, у вас есть православные реабилитационные центры или какая-либо работа ведется по борьбе с наркоманией, с этим словом, алкоголизмом? И то, что молодежи, по большему счету, нет идей. И мы очень приветствуем этот форум, мы очень радуемся, то, что есть здоровая у нас молодежь. Вы сами знаете, что проблема насущная в нашей стране. Спасибо, спасибо за вашу работу, которую вы ведете. На самом деле, зал вас приветствует.